тебя сегодня ничего не будет. Доволен? Разрешили ему шарик лопнуть, который улетел. Наступай. Ну ничего страшного, Селена. О, бах! Все. Слышите, как море шумит? Море, слышите, как шумит? Да нет, спасибо. Андрюх, точно татуировку не хочешь? Бабуля уже ругается. А мы идем потихонечку к парку. Вот я поначалу такой скутер хотел, Надюш. А взял тот. Красненький. Вен. А ты взял ту карту? Да. Хочу подчинение, я вас обгоню. Да, пожалуйста, конечно. Вот мы и пришли в твой парк аттракционов. Выбирай батут. Где будешь? Сначала на батут. А потом на картинг, да? А потом на картинг, да. На тачку? Да. Ну, может, ты на такую тачку. О, попал тебя, да? На сколько ты пойдешь на батут? На 30 минут. Точно на батут пойдешь? Да. Здравствуйте. Кто батутом заведует? Вот, ребят. Ребят, кто батутом заведует? Я. У вас переводов? Да без разницы, как вот скажете. Вот все, пускай заходит. Сколько денег? 400 рублей без ограничений. Понял? Ну там можно вылазить или обратно залазить, или ну, попрыгать. Говоря, если он попрыгал, вы там пошли в отель, там, я не знаю, что такое, грубо надолго. Ну, нет, ну мы минут на 20 туда сходим, вернемся, если захочет попрыгать. Еще вернемся? Ну минут на 20 это еще. Все, в пределах разумно. Залазь. На машинку покататься. На машинку покататься. Давай тебя закину. Да, шарик отдай бабуле. Как тебе удобно? Давайте лучше переводом. Давайте. Какой банк? Сбер. Андрюш, иди-ка сюда на секунду. Мы с бабулей сходим туда, а ты прыгай. Если вот ребята сейчас устанешь или что, ребятам скажешь, они нам наберут, хорошо? Прыгай, мы все равно придем сюда. Мы сходим туда, хорошо? Идем сюда. Слышишь? Андрей! А да, полетаем. Я очень хочу. А что вредить? Ну я тогда с Андрюхой буду. Газировку из аппарата не хочешь по старой советской цене? Работает. Вон инструкция. Смотри, задумка какая. Качели сделаны перед баром вместо сидений. Я камер. Вот, говорю. Ну-ка вот на эти качели. Ну, попрыгаем. А я вот такую сварю. Только маленько другую сварю. Обязательно сварю. Круто будет. Может, кальян покурим? Хотя мы с тобой не курящие. Хочу к фонтану лицо убыть. А? Вообще? Может, на море выйдем, посмотрим, что там? О.
Вот солнца нет вроде, да? Смотри. И в то же время душно и жарко, да? Сейчас солнце, кстати, откроется. Вон электричка идет так на Красную Поляну. Вот же. Чего на меня смотреть-то? Прикалываться. Вчера здесь мороженое было открыто, сегодня закрыто. На пляжке. О, сегодня вообще еще круто. Но люди загорают, смотри. Это там поменьше народу. Когда ж ты успокоишься, да? У нас еще 10 дней успокоиться, да? Меня тут не напрягает, что там. Вот меня, кстати, тоже почему-то. Без этого хватает, куда чего пойти. А еще, наверное, потому что у нас бассейн есть в отеле. Да, если потому что приехали и не было, ну, не купались бы, например, там. То сегодня бы, ну, как завтра сходим на море, вот и пришли бы. Это было бы обидно. Вчера мы же а мы успели накупаться, заселиться. Мы купались вчера. А вечером уже шторм начался. Ну ладно, пойдем. По набережной или по улице? По улице, наверное. Все равно движуха, весело. А смотри, с гор-то идет какие тучи. Походу дождичек будет. Какие-то пластиком будет. Лови, лови, лови. Футболку в этом году что-то не хочу. Что-то беру, а дом толком не ношу. Фух. Не, душновато, да? Смотри, идет с гор. А вон там центр сувениров. Не хочешь сходить? Может, вот, да, и это. Может, кому-нибудь из сестер, братьев что-нибудь, Андрюше, ой, Валерке. Турку надо им. Ему турку, да. Дети заказали турку. У Саши день рождения. Да. У Димана, кстати, я посмотрел 18-го. 18-го? 1-8, да. А так больше нет, никому ничего не надо. О, классно. Она вон кофе пьет, по-моему, наружу. Как в Египет попал. Помнишь, мы туда зашли в обед?
целый такой. Саша, можно тоже каким там идти взять соус? Соусы, специи, да, он любит эту всю фигню. А кто тарелку у нас спросил? Кто-то у нас в прошлый раз сказал, тарелочку нам привези. Это просто Сочи, Адлер. Скажите, пожалуйста, а у вас именные бокалы есть с Андреем? А, все, что есть, здесь смотрим, да? Ну, здесь нет, только Сочи, Адлер и все такое. Ну, вот все, что есть. Все, все. С именами нет. Раньше было так здорово с именами, а сейчас, походу, потому что не распродаются. И... Да, уже потому что устарело. Давайте начнем с того. Уже не актуально. Внук попроси. А то у бабули с дедули есть? У нас есть семена. Ну, это большие. Ему же надо вот такой, чтобы вот... Ну, вот, типа вот такого же ему надо. Вот. Знаешь? Ну, да. Зелененький, синенький. С дельфинчиками. Вот такой ему. О. Я поняла. Ты что, сейчас лепну? Да, еще раз лепну. Куплю сразу. Это? Как она? Не надо тебе? Маникюрный, педикюрный набор. Мыло. Маме. Папе. Бабушке, дедушке. Константин Макарычу. Анастасии Петровне. Любимой дочке из Сочи. Себе любимой из Сочи. Духота, даже в помещении духота, да? А вот здесь расчески. Уже не надо, да? Баба Ига. Это Андрюх так говорит, баба Ига. Я летала на метле и была на веселе. А вот эти, они не сдуваются, это они уже готовые. Они места много занимают. Самолет я имею в виду. Ты что, магнит такие, смотри. Да. Почем? 100 рублей, что ли? Ну, Сашки. А я ему отправил, он говорит, на свое усмотрение. Да, все-таки остается, ему надо. А кто? Ну, сердечки я Сашке не буду отправлять. Он оскорбится, во-первых, а во-вторых, не поймет меня. Устал? Напрыгался? Че, очень доволен? Да. Че хотел, то и получил? Оставить водичку? Да, поставь. А вот здесь вот кто-нибудь поставим, где эти сапоги? А если кто-нибудь снесет? Ну, вот сюда, вот смотри. Нет, это... нет. Он вот сюда не положим, надо. Вот. Ты будешь попить. Ну, у нас еще есть. Поставим попить тебе? Да. Если сам попьешь или кого-то угостишь. Все, мы пошли дальше гулять. Андрей. Все, невозможно. Фудкорт. Кстати, я тебе вчера говорил, там 500 рублей была детская дискотека внизу.
Она у них, кстати, очень часто проходит, оказывается. 17.04. Ему сейчас не до дискотеки. Он сейчас пляшет там на своей батут. Я вот, кстати, обратил внимание, вот в этом районе мало этих прокатных самокатов. У нас же там был в центре прям вообще полно, да? Взяли куда-то, уехали. А здесь что-то вообще их не вижу. Они, походу, здесь... А, нет, еще есть вечерняя дискотека. У меня видео на сегодня, наверное, на час. Люди устанут смотреть. Сыров, конечно, завались. Сырые вон, блядь. Зайди, спроси. Ну нет, тут только это. А он внук. Он большой, вон внук. Ты, Иван, ты потом заставишь, а ей что-то? Что, все, пойду. Вон, смотри, еще батут больше. Надо его в следующий раз сюда будет привезти, если что. Здравствуйте. А именных бокалов, Андрей, нет у вас? Красивый? Ну давай возьмем. Я думаю, ты дальше пошла. Так, давай, тетенька, пока сейчас я еще вон там хочу посмотреть. Ну вот, красивенький, да? Андрей Адлер, скажем. Для него как раз то. Да, ему как раз вот сам то. Сколько там цена, посмотри. 2.40. Что, дорого, что ли? Не знаю, что еще посмотрим. Обратно пойдем или возьмем. Мы посмотрим и на обратном пути зайдем. Дорого или нет? Я так и не понял. Я не знаю. Они почем? Вообще представление. Надо было просто сначала поспрашивать. Все говорят, нет, нет, нет. Да, ну, сейчас еще, блин, спросим. О чем? Спроси сначала. Потом покупать будем. Прикольно. Что-то ты в лице изменилась. 1000 рублей. Это дорого? А вот смотри, Богдан, Елена, Инга. Да, огромное. Может, поменьше спроси, зайди, будет. Андрей, нет. А у вас есть именные Андрей?
Нет, у нас кружки без имен. У нас ложки с именами. Только Сочи. Только Сочи. Вот такие бокалы похожие. Ну, нам уже не надо. Ну, если на кафель уронить, да, так нет. Ну, потом я вылезу. Девушки. Купить? Нет. Диману? Купить девушек. Надюшка, ты зачем меня бьешь? Здравствуйте. 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 Пахнет вкусно, ароматно. Очень доступно все. Пожалуйста. Девушки 250 рублей стоит. Да. Что, приклеился, что ли? Цены какой-то? Нет, это я просто увидел, что девушка стоит 250 рублей. А то мне так часто. Девушек надо это будет купить. Купить, что ли? Чего? Девушку ему. Сейчас. Потом пойдем? Потом забудем. Мужчине тоже на днях покупали такую девушку. Ну, у него день рождения. Думаю, может, ему что купить, а вот... Девушку увидели? Ну, раз нет своей девушки, вот на тебе, подарок. Занимайся, да? Дельфинарий-то вот где. И наша пельменная веранда. Ребята, вот она, где мы пельмень ели. Это самых... на дельфинарий да... все так далеко. Недалеко. От нас-то она вообще недалеко. А мы на автобусе сколько ехали? Да. Вот он, дельфинарий. А если посмотреть туда дальше, этот, как его, не дельфинарий, а как его называется? Да. Террариум. Вон террариум. Сейчас его сюда привезти, он тут визжать будет от радости. Да, да, да. Кстати, ребята, прошлогодние зонтики. И пицца, бургер, вот, где самые вкусные пельмени-то были. Все, я есть хочу. А там бассейн теплый, большой, открытый. Это по той стороне. Надо сразу сюда уходить. Ну, оттуда, от нас идти сразу сюда. Тут смотри, как весело. Ну, я имею в виду, если гулять пошел куда-то, сразу сюда идти. Не идти по нашим улицам, а сразу прямиком-прямиком, а уже здесь гулять. Андрюха, он на батутах оставил. Да. Ну, потому что там мало. Не думаю, что здесь будет хорошо. Где у нас это скудненько, а здесь вот сейчас мы с тобой идем. Вообще здорово. Нет, фрегат у нас остался вон там. Вон там фрегат остался. Нет, я привычки снимаю. Нет. Это что-то другое. И он, тот у нее выгоревший, а у этого, видишь? Видите, они толстые. Повтори на камеру, она пишет. Ты иди засниму. Сейчас я покажу. Ведьмы не толстеют. Здрасте. Здрасте.
Где эти страшные? Тут нет их? Динозаврики. Что ты? Да какой тут сейчас игрушку внук требует? Синяя такая, большая, с глазами, с когтями. Кот. Ой. Нет, кот. Кот какой-то. Котяра. Уважаемые жители и гости курорта, приглашаем посетить выставку «Скалок». Да. Фото и видеосъемка посетителям выставки бесплатно. Только с мотором. Смотрю пока. Смотри. Но это большие. Такие они вот. Нет. Вот эти большие. А вот этот меньше. А вот этот поменьше. Да, вот так вот. Сочи тут написано. О, вот Диману. А чем меньше, тем дороже. Ага. О, банкомат, если надо. А у нас есть пока. Да, можешь ли нам брелки открыть? Оля, открой эти брелки, пожалуйста. Это глиняные? Керамический. Он керамическую просил? Да. Это тем более большая. Покупали наборчиком, да? Я не помню. Да, можно? Отдельное место. Она как-то хлипкая. Наборчиком выставляется. Еще так, это что такое? Вот деревянная ручка, так она спалится. Это чисто сувенирные спалится. Это деревянная. Конечно, надо это использовать. Она на козу не нагревается. Не нагревается только основание. Надо брать вот эту. Пока я специально ждал, пока не уйду. Ручка-то, наверное, шея, она спалится. Сюда что ли огонь пойдет? Вот я думаю, смотри, как классно. Это маленькие. Валера в прошлый раз сказал, что ему не хватает с Оксаной этого бокальчика. А вот эта большая. Вон, Черный море за 500. На 500 рублей, надо 500 рублей. Это не так дорого. Вот это? Да, и у нее керамическая ручка. Только довести бы ее. А то кидает ведь. Надо придется ее очень сильно укладывать, обкладывать всей пупыркой. А ее на кассу можно? Так она специально подразумевается, что она на газу будет готовиться. Ну, а да, на кассу спросим еще раз. 500? 500. Ну, да, недорого. Вообще, по идее, вот 800 – хорошая штука. Она сам прям, и в ней глина, прям все дела, прям вообще обалденно. Ну, я думаю, 800 пойдет, и 500 пойдет. Надо же, чтобы было Сочи. Это для одного бокальчика. Привет, откуда? Откуда? Привет. Дальше, с юга. Надо спросить, им побольше или маленькую? Я не помню, он размер даже сказал. Можно небольшую, что он сказал. Сейчас сыну позвоню. Мне
Удобно разговаривать? Привет. Ага, мы тут смотрим антурку. Слушай, вам надо на два бокальчика, на три или на один вообще? Два достаточно, он говорит. Ну тут, наверное, на три. Не целый, не полный тут надо. 0,45, посмотри, объем. А где смотреть вообще? Ну, наверное, там внутри, на этом, на Шинске. Ну, ой, я не увижу сейчас. Ну, я понял, понял, все понял. Мы поняли. Ну, 450 тут как раз она есть. Ну, да. Ну, все, тогда все понятно. Ладушки, давайте, давайте. Давай, давай. У нас вообще великолепно. У нас великолепно. Мы купили уже тур в Абхазию. Едем завтра в Абхазию. Сейчас у нас Андрюха на батутах прыгает под охраной. А 22-го едем куда? Красную Поляну. Вообще. Слава Богу, у нас все в порядке со здоровьем. Погода, конечно, отличная. Солнце и светится, дела. А море штормит. Но море как раз штормит, перестанет, мы с экскурсии приедем. Все. Давайте, давайте. А у нас вот. А вот, походи. Поэтому и вернулись. Куда? Какая машина? Выбирай, Андрюх. Ома, иди сюда. Идем на чем? Выбирай. Садись. Я нет. Да ты, я куда? 2 тонны, ты куда я залезу? До 130 вверх. Да ладно. Ну тогда давай. Давай. На эту? Нет, на вот эту же. Или на эту, Андрюх? На пожарку? Давай. На пожарку? Вы на пульте будете или как? А? Ныряй. Он сам умеет или на пульте ходить? Он может сам, но пульт там надо подконтролировать его. А, вот закинь мне обратно. Подожди. Сколько стоит? 500 рублей 10 минут. А 3 минуты у нас бесплатно. Да, я знаю. 500, то есть 13 минут? Да, да снизу же надо было. Да, объясни мне это. Так у меня здесь... Мне надо рюкзак. Смотрите. Сейчас, секунду, прям. Сейчас. Стой. А, это ты его включаешь. Вперед-назад. Вперед-назад. Лево-вправо. Лево-вправо. Это парковка. Смотрите, допустим, на парковку нажимаю, он не едет. Видите, он все, он не реагирует. На П нажимаете, дальше поехали. Так, это, стоп. Это спорт-режим, то есть он быстрее едет. Да, там нет, все не три передачи. Хорошо, у меня вопрос такой. Для того, чтобы его остановить, вот он несется на что-нибудь, на какое-то препятствие? Раз, все. Все понятно. Ты сам нажимай. Так, он же активирован? Он, да, он может сам рулить, а вы можете его корректировать. Он уже все. Так, какая наша территория вокруг пол вот этой? Полкругу по часовой. А тут гоняет, смотри. Андрей, нам по часовой туда. Поехали, нажимай. Газ, вон там. Смотри, это тормоз, это газ. Эту ногу сними с педали пока. А ту нажимай. И поворачивай. Нажимай. Давай. Так, а теперь время как... Нажимай и ехай. 0,2. Сколько у нас? 13 минут? Ну ты не отпускай, ты ехай. Зачем отпускаешь? Ехай куда едешь. Пожарный поехал. Вот так вот по кругу гоняй. Куда хочешь. Хочешь здесь, хочешь там. Нажимай, ехай. Давай,
Андрюш! Стой, Андрей! Андрюх! Стой! Это вот я возвращаю, я галочку поставил. Ага. Я надеюсь, теперь он сам разберется. Я тоже надеюсь, но он смотрит только назад. Да, он боится все равно остаться один. Запомнил? Дорогу запомнил? Теперь катайся, я буду тебя здесь ждать. А у тебя сигнал же есть. Где ты есть? Вот красный, нажми. Уил, не он? Вот, сирена моргает. Все, поехали. Я тебя буду теперь здесь ждать, хорошо? Наш пожарный едет. Тебе включить побыстрее? Побыстрее включить? Поехали. Да, нельзя побыстрее, только не папа, а деда. Да дави всех оно. Нет, ну здесь ты, конечно, ездишь. Нет, ну иди посередине. Видишь, что здесь ездишь? Им надо было, конечно, это оградить. Нет, нет, а какие проблемы? Это дети. Им можно давить и ничего не делать. Вон сейчас там пацаненок на квадрике врезался в толпу, и там женщина, мужчина и ребенок. Он мужчину сбил с ног, у того ногу вывернулась. Ребенок с квадрика свалился, у него самого ногу вывернуло. Вон буквально вот там. Нет, ну, с другой стороны, вот здесь катайтесь, пожалуйста. Вы куда вы туда ездите? Смотри, на дорогу. Ну, там вроде такая же площадка, здесь же все ходят, почему бы и нет, да? Здесь как бы надо огораживать. Вот отдохнуть. Здесь надо как-то им бордюр какой-то ставить. Пусть вот хотя бы такой вот заграждение. Вообще, и вот бордюр ставить. Мужчины, видишь, как-то.
Я бы сейчас сам тоже погонял. Смотрю, он гоняет, а что, я такой же, как и он. Ну, слабо, это не... Нет, ну если быть с детьми, вопросов нет. Ну да, это же дети. Это уже брат вот что-то такое. А мы просто катали и обожгли руку. Там мотор нагревается, стали выходить, когда и прям рукой вот так до мяса. Что? Катать, время еще есть. Алена не ждет. Алена хочет, да. Еще время есть. Что? Давай спросим. А как, говорит, побыстрее прибавить? S. My S. Вот. Все, давай, нажимай. А, и вот так, вот так. Прибавилось, нет? Это максимум. Это я спутал. Езжай! Это он на карте смотрит, как они, да, ну, это понятно.